Всем привет! Меня зовут Лиана, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у меня будет видео такое не совсем обычное, у меня еще такого не было на моем канале. Это видео «Слепые за тесты» от Киры, от моей подписчицы. Я даже не считаю уже вас подписчицами, девчонки, с кем мы очень часто общаемся у меня в телеграм-канале. Кстати, переходите в мой телеграм-канал, подписывайтесь. Вот, и она мне прислала кучу, наверное, слепых за тестов, потому что коробка большая, я ее распаковала, но я еще не смотрела, что там внутри. Вот, ну просто разрезала. Вот. Так что, если вам интересен такой формат видео, то оставайтесь здесь, наливайте себе чай, кофе, а мы начинаем. Так, ну что ж, вот такая вот коробенция со слепыми за тестами от Киры. Давайте посмотрим с вами, сперва распакуем. Сразу хочу сказать, что если там будет много-много клевантов, много слепых затестов, то это видео я... Точнее, не это видео, а в целом я сделаю несколько частей. Вот, еще прошу прощения, не обращайте, пожалуйста, внимания. В зеркале видно розетку, но куда деваться, некуда. Вот, я захотела попробовать новую локацию на видео. Так что давайте с вами посмотрим. Все, молодец, как упаковала. Тут вот пупырка. Ух ты! Девочки, только посмотрите, ну что за прелесть. Кира, спасибо тебе огромное. Лавандовый чай. Боже, я люблю лаванду в любом виде, в парфюмерии, в целом лавандовый цвет, сухоцвет лаванды. У меня, кстати, вот сухоцвет стоят. Сухоцвет лаванды. И очень интересно, что у меня здесь еще лежит книга под названием «Лавандовая ветвь». И чай лавандовый еще. Спасибо тебе огромное, мне очень приятно. Все, я знаю, что я буду вечером сегодня заваривать. Это обязательно, потому что я как раз помыла свой любимый чайничек для заварки. Вот. Ух! Обалдеть! Обалдеть, вы только посмотрите, сколько здесь всего. Кира, ты что творишь? Вы только посмотрите, сколько от Леванта. Все, упаковано, запаковано. Если что, чтобы никто ни к чему не придрался. Так, о! Ой, здесь еще, девочки, масочки. Ну, какая прелесть. Божечки, спасибо тебе огромное. Мне очень просто безумно приятно. Я люблю маски. Люблю маски, люблю все с лавандой. Ты знала, что мне положить. Так, положу пока все это вниз. Так, ну что ж, давайте смотреть. Я так понимаю, здесь у меня 19 от левантов, да? Ты что, решила меня убить? Ну, скорее всего, я, наверное, тогда разделю на 4 части. Значит, будет 4 части слепых затестов. Я буду постепенно их снимать, постепенно выкладывать. Так, теперь нужно разобраться. Тогда давайте, ну, по порядку с вами пойдем, конечно же. А что тут такое еще 21? Что-то тут написано. Это что-то еще какие-то от Леванта? Это что такое? Так, надо разбираться, девочки. Так, я прямо при вас все это вот так вот буду вскрывать. А, тут можно достать. Отлично. О! Угу. Так, вот как раз первый, второй. Вот, значит, вот с этой бумаги, с этих от Левантиков начнем. Так, я это тогда все отложу аккуратненько. Так, надеюсь, вас не смущает задний вид. Ну, что поделать? Так живем. Так, давайте, значит, мы с вами все распакуем. Вот так аккуратненько. Вот, все, я достала. Так, вот здесь номер один. Все, видите, все запаковано. Так, угу. Это у нас, значит, бумажки с ответами. И посмотрите, видно вам, здесь все заклеено. Заклеено. Вот,
Так что, если что, я не подглядываю. Я подготовила блотеры. Ну что, приступим. Вообще, первый раз снимаю подобный формат. Так что вы, девочки, если что, не обессудьте. Сейчас я быстренько все это дело достану. Еще такие от Леванта-то огромные. Ты что, с ума сошла? Мне это потом сколько лет носить? Так. Все, значит, девочки, начинаем с вами. Так, сколько у нас здесь с вами бумажек? 6 бумажек. Значит, сегодня у нас будет с вами 6 ароматов. Достаем блотер. Берем первый аромат. Ой, страшно, страшно. Я не хочу опозориться перед вами. Что-то свежее такое. Что-то свежее, что-то такое, знаете, не знаю, а-ля там какой-нибудь Шанель Фреш, что-нибудь такое. Ну, свежак, ой, прошу прощения. Такой прям хороший. Такая летняя, весенняя вещь. Только немножко есть что-то, что чуть-чуть щекочет носик. Знаете, как будто бы какой-нибудь розовый перчик нос щекочет, что-то вот такое вот. Ой. Возможно, бергамот какой-нибудь. Есть небольшая сладиночка. То есть какой-то свежий такой бергамотистый, как будто бы аромат. Чуть-чуть щекочет нос что-то мне. И сладинка есть. Вот он сейчас заслащивается. Может, какой-нибудь фрукт? Какой фрукт у нас может быть? Что-то какой-то свежий фрукт. Не знаю, может, какой-нибудь зеленый. Не знаю, ананас. Что-нибудь. Абрикос. И абсолютно точно по-любому есть какие-то цветы. Какие цветы только? Не знаю. Какой-нибудь ландыш или, не знаю, жасмин. Что это? Белый какой-нибудь цветок. Давайте, чтобы сильно не затягивать видео, откроем с вами ответ. Так. Первый. При вас. Скрываю. Оп. Еще такие бумажки-то большие. Все, я, девочки, скрываю при вас. Скорее всего, у вас зеркально. Шансита «Новая заря». Цитрусовый, сладкий, цветочный, свежий, пряный, почуливый, розовый, фруктовый, древесный, мягкий, пряный, землистый. Обалдеть. Девочки, верхние ноты зачитываю. Розовый перец, ананас, гиацинт, ирис. Розовый перец, который щекотал мне нос, и я говорила про какой-нибудь, возможно, зеленый ананас, типа какой-нибудь фрукт такой, свежий какой-нибудь. Средние ноты бергамот, жасмин, роза. Базовые ноты пачули, ваниль, мускус. Слушайте, а классный аромат. Он прям супер весенний. Да и вообще, еще мне кажется, можно его такой попробовать прям на морозы. Ну вот да, ну вот розовый перец прям щекотал мне нос. Не явный ананас, но какая-то вот фруктовость есть. Какая-то свежая такая фруктовость. Бергамот, вот бергамот, я вот прям явно ощущаю бергамот, жасмин, роза, но вот я сказала, какой-то белый цветок, жасмин. Ну и мускус. Мускус, девочки, мускус есть. Обалдеть. Так, ладно, я, значит, что тут, не профукала первый аромат.
пойдем с вами по второму. Ой, Кира, ну ты мне, конечно, задачку вообще. Ну, блин, он прикольный. Я даже не подумала бы, потому что я к новой заре отношусь, ну, скептически, так как бы. Мне не холодно, не горячо от нее. Так, второй аромат. Что такие от Леванты-то большие? Ой, какой он. Какой-то такой нежно-чайный. Нежно-чайный какой-то аромат. Причем чайность какая-то, знаете, такая недозеленый чай, как будто бы. Какой-то он пудрово-чайный, что ли. Такой уютный. О, хороший аромат. Ну, слушайте, я вот слушаю просто что-то такое, реально вот на старте прям какая-то вот чайность немножко есть. Но это как будто не зеленый чай, не черный чай, возможно, может, белый чай. Но что-то вот есть какой-то такой чайный, чайный какой-то остаток. При этом какая-то пудра как будто бы. Ну и цветы какие-то, возможно. Что-то, не знаю, какой-нибудь... гелиотроп или, не знаю, ирис. Ирис, может быть. Нет? Ириса нет? Так. Давайте смотреть, что у нас за второй аромат. Также все при вас открываю. Так, смотрим. Тут что-то еще подписала, да, Кира? Один из моих любимых чайных ароматов. А, так, это белый чай Элизабет Арден. Обалдеть. Обалдеть. Кира, он такой классный. Но он классный. И вот сейчас будто больше ириса какого-то чувствую. Ой, какой он классный. Так, смотрим. Верхние ноты. Морские ноты, папоротник, мускатный шалфей, мандарин. Вообще, верхние ноты я не услышала абсолютно. Средние ноты, белый чай, белый ирис. Обалдеть. Белый ирис. Чего я все время поправляю? Ну, кто-то писал, что все время поправляют. Блин, не могу от этого избавиться. Так, средние ноты, белый чай, белый ирис, матте. Базовые ноты, экзотическая древесная нота, амбрета, бобы тонка, амбра. Что дает какую-то пудровость? Наверное, матте. Это же такой сухой, такой какой-то пудровый, такой порошковый чай. Он классный. Он вообще прикольный. Блин, вообще классно. Фужерный, зеленый, морской, ирис, древесный, свежий, пряный, свежий, пудровый, землистый, цитрусовый. Аромат выпущен в 2017 году. Был создан Родриго Флорес Раукс, Каролина Сабас, Гуиль... Я сломаю язык себе, не буду это читать. Кира пишет, один из моих любимых чайных ароматов. Он обалденный. Он классный вообще. Красота какая-то. Вообще неимоверная красота. Так, третий аромат. Третий аромат. Девочки, ну я пока иду вроде нормально. Я боялась, будет хуже. Что это такое? Обалдеть! Это что такое? Тут явно есть черная смородина. Знаете, как будто варенье из черной смородины. Прям мне напахнуло вареньем из черной смородины. Это что за красота такая? О, боже. Какие-то ягоды как будто еще или фрукты. Ну вот черная смородина прям четко мне в нос прям.
черная смородина. Ой, какой красивый. Может, какой-нибудь что-нибудь абрикос. Как будто, знаете, еще абрикос. Черная смородина, абрикос. Какая-то зеленушка. Я так сильно вдохнула. Ой, ну это так вообще. Вообще. Это балдёж. Это что-то сладко-свежее. Как будто немножко чего-то древесного. Ой, это вообще, ну это класс. Это звучит прям люксово. Звучит прям люксово очень. Очень классно. Я даже хочу сделать вот так. На кофту себе пшикну. Сладко-свежий, древесный какой-то. Там тебе какие ягоды. Вот мне кажется, смородинка есть черная именно. И фруктики. И зеленушка. Что-то древесное, как будто что-то мускусное такое. Вот знаете, прям вот люкс, люксячий. Люксячий люкс. Так, открываем с вами ответ. Я, конечно, прошу прощения, что у вас ответы в зеркальном, но я же потом все читаю. Так. Один из любимчиков из Новой Зари. Лабель де Руси, Новая Заря. Древесный, фруктовый, пудровый, пачулевый, теплый, пряный, цветочный, землистый, бальзамический, ванильный, амбровый. Вот. Девочки, я Новую Зарю назвала люксом. Представляете? Я, оказывается, настолько вообще не знакома с Новой Зарей, что я вообще, я говорю, я к ней особо-то не подходила. А тут, оказывается, такие ароматы, которые просто реально пахнут люксом. Он обалденный, просто шикарный. Девочки, это обалдеть. Так, верхние ноты. Черная смородина. Девочки, я же сказала. Гвоздика цветок, лотос. Средние ноты, абрикос. Ну что, это я умею, что ли? Абрикос, ирис, мускус, жасмин. Чё я говорила? Так, ладно. С базовой ноты пачули, сандал, ваниль, амбра, вирджинский кедр. Девчонки, я была права. Я попала с черной смородиной, с абрикосом. Попала даже с древесностью, потому что здесь у нас сандал, вирджинский кедр и мускус. Тоже с мускусом попала. Блин, он обалденный. Кир, ты еще подписываешь? Один из любимчиков из Новой Зари. Я вообще понимаю, почему, потому что это просто охрененный аромат. Он классный. Он вообще... Все, короче, все у меня теперь будет хотелка, я хочу. Я хочу этот аромат из Новой Зари. От Новой Зари. Он обалденный просто. Я в таком шоке, девочки. Вы представляете? Это что такое вообще за выступление вашего мастера? Кто сделал такую красоту в Новой Заре? Признавайтесь. Так, что у нас? Четвертый аромат. Вот четвертый аромат. Конечно же, вам ничего не видно. Ой. Ой. Чуть не открыла. Так, четвертый аромат. Слушаем с вами. Такое распыление охрененское у этого. Я улетела, девочки. Я улетела, девочки. Обалдеть. А это не нарцисса Родригес случайно? Потому что мускус... Вот прям какой-то нарциссовский. Но при этом как будто бы что-то такое чистое.
Я улетела, девочки, это что за шикардос? Это нарцисса, что ли? Наверное, какой-нибудь пюрмаск или что-нибудь такое. Пахнет вот этим нарциссовским мускусом и чистотой. Какой-то прямо вот мускусная чистота. Такая, она не совсем, она не как в The Muse, Zarka Parfum. Она немножко другая. Тут не порошковость, тут просто какая-то чистота. Чутка сладковатая. Какой он обалденный. Обалдеть. Я улетела. Это очень вкусно. Это просто безумно вкусно. Я хочу узнать, что это такое. Я не могу. Это что за красота? Я не смотрю. Так, открываем. Чистота и нежность во флаконе. Вы чё, прикалываетесь? Я чё, угадала, что ли? Девочки, я никогда не тестила пюрмаск от Нарцисса Родригес. Это пюрмаск от Нарцисса. Мускусный, цветочный, пудровый, древесный. Верхние ноты мускус, средние ноты цветочные ноты, базовые ноты кашмиран. Соня Констант, парфюмер, ты что наделала? Это что за прелесть? Какой мускус красивый. Какой красивый мускус. Это, девочки, у меня теперь супер-пупер хотелка. Это пюрмаск Нарцисса Родригес. Обалдеть. Реально чистота и нежность во флаконе, Кира. Спасибо, что дала мне с ним познакомиться, потому что это просто шикарно. Это очень, я теперь так хочу. Теперь так хочу, девочки. Это просто что-то с чем-то. Это очень вообще, это просто шикарно. Кира, тебе спасибо огромное, господи. Я хотела очень с ним познакомиться, но когда я начала уже так сильно интересоваться парфюмерией, когда уже пришла к тому, чтобы начать пробовать и тестировать нарцисса, пюрмаск уже не было в магазинах, поэтому ты мне дала эту возможность познакомиться с ними. Он просто обалденный. Лабель де Руси тоже шикарный. Шикарный. Я хочу теперь эту новую зарю. Сейчас закончу снимать видео, пойду на Валберес смотреть. Так, пятый аромат с вами будем тестировать. Пятый. Девочки, это что, я угадываю, что ли? Я угадываю, что ли? Обалдеть. Ну, что-то у меня получается. Что-то у меня получается вообще. Так, пятый аромат. О! О! Немножко шампунистый. Пятый. Что-то... Ой, потек. Потек? А, нет, это такая наклейка. Немножко шампунистый. Как будто клюковка есть какая-то. Клюковка. Что какая-то такая. Что-то еще какая-то сладинка. Вот прям клюковку чувствую. Какую-то вот шампунистость небольшую. Что-то еще сладкое. Знаете, личи напоминает какое-то вот. Прям личи, клюковка. Личи. Что у нас с личи есть? С личи. Но это не долина. А что у нас еще с личи есть? Я уже не помню, если честно. И вот я чувствую, вот сейчас прямо личи. Шампунистость немножко уходит. Вот эта вот клюквенность, красная вот эта вот клюковка. Ой, тоже уходит. Личи. Такой... Прямо сладкий-сладкий, потому что я как раз я недавно на работе, руководитель приехала с Таиланда, привезла личи. Мы всем отделом поели личи. Ой, он такой. Слушай, Кира, ты мне что за шикарные ароматы подкинула? Я боюсь представить, что там дальше.
Потому что это всего лишь тут 6 ароматов у меня сейчас будет. А что будет дальше? Ой, он классный. Что-то я не знаю, прям. Это, ну, мускус, наверное, тоже есть. Сейчас почти везде мускус суют. Я к мускусу хорошо отношусь. Прикольный. Я аж блотер смяла, пока нюхала все это дело. Так, давайте смотрим с вами пятый аромат. Прикольно. Пометка. Душистый шампунь с запахом сладких красных ягод. Это что опять я угадываю? Это Redwood Disquiet. Фруктовый, древесный, мускусный, розовый, цветочный, тропический, пудровый, амбровый, свежий, пряный. Свежий. Верхние ноты клюквы, розовый перец. Клюква. Обалдеть. Средние ноты личи, роза, магнолия, базовые ноты мускус, кедр, амбер, вуд. Это что происходит? У меня сегодня что? Звезды сошлись? Я думала, девочки, я вообще полностью опозорюсь перед вами. Клюкву угадала, личи угадала, ну, мускус. И то, что это шампунистый какой-то аромат. И Кира пишет, душистый шампунь с запахом сладких красных ягод. Обалдеть. Ну, он тоже классный. Это что такое? Вот реально, сегодня что, звезды на моей стороне? Девочки, Кира, ты просто обалденные ароматы мне отлила, положила. Это вообще... Я в каком-то шоке. Просто в каком-то шоке. Так, и крайний на сегодня аромат у нас 6-й аромат. Вот. Такая, выглядываю из-за руки, из-за своей. Ты мне тут сколько отлила-то? Ты что, обалдела? Ты на меня столько парфюма потратила? Так, тестируем. Это не молекула? Это не молекула Zarka Parfum, которая... Ну, это либо Pink молекула, либо Purple молекула. А у тебя, по-моему, Purple молекула же была. Или Pink молекула тоже. Что? Ну, я знаю этот аромат, я с ним знакома. Это, наверное, Purple молекула. Мне пахнет какими-то... Ну вот purple, да, вот вроде бы как что-то там типа фиолетовый, да, цвет. Мне пахнет какими-то там типа черничками, там, что у нас там, чернички какие-нибудь, ежевички. Какие-то вот... Она очень, вот эта вот purple молекула, это, наверное, purple молекула. Если это не purple молекула, то я вообще, конечно, тут... Ну, это она. Она очень схожа с Pink молекулой, которая 0,90-0,9. Но в Purple молекуле чуть больше сладостей. Такое ощущение, как будто вот чуть больше сладостей именно вот этих вот каких-то фиолетовых синих ягод. Ой. Я ее себе хотела. Давайте посмотрим, права я или не права. Прям, ну вообще, девочки. Мне кажется, это она. Мне кажется, это она. Мне кажется, это она. Так, я все снова открыла при вас, если что. Ой. Ягодное мороженое, моя любовь. Purple молекула 0,70-0,7. Цветочный, ванильный, пудровый, сладкий, мускусный, свежий, древесный. Это она, девочки. Верхние ноты магнолия, белая орхидея, полевые цветы.
базовые ноты мадагаскарская ваниль, мускус, сандал. Честно, не слышу. Ну, возможно, кстати, возможно. Орхидея. Ну, мускус, да. Но ощущение немножко, как бы, что там, не магнолия, полевые цветы, да, а вот какие-то ягоды, фиолетовые, синие ягоды, вот. Есть схожесть с Pink Molecule. Ой, он классный, он такой вообще... Он сочный. Он такой яркий, он такой девочковый. Он вот... Вот он как флакон. Вот он как флакон. Вот такой вот флакон. Только в нем водичка такая слегка, как будто бы... фиолетового, вивенького цвета, сиреневенького. Этот я точно угадала прямо, потому что я с ним знакома. Ну, вот такое ощущение, что да, как будто бы водичка немножко такая, хотя с другой стороны она прозрачная, вот с этой стороны она как будто чуть-чуть фиолетовым цветом отдает. Ну, это вообще, девочки. Ну, я в таких шоках. Это что-то с чем-то. В общем, оказывается, я умею все-таки что-то немножко доугадывать. Вот точно я попала с Purple Molecule, потому что я с ней знакома. Я прям вот ее... И вот прям вот с нарциссом у меня тоже какой-то мэтч произошел, потому что мало того, что... Он мне прямо вот, он меня унес куда-то. Я просто улетела от нарцисса Пюрманск. И мне очень понравился аромат от Новой Зари, Лабель де Руси. Я сейчас пойду вообще смотреть на рандеву, чё почём. Вот, обалденные ароматы, Кира, просто, вот знаешь, все, вот в какую-то точку, вот все вот куда-то вот мне прям попало. Мне все понравилось, вот из этих ароматов мне просто все понравилось. Все понравилось. Особенно вот я отметила для себя это Пюрманск и Лабель де Руси. И остальные ароматы тоже очень-очень классные. Что у нас там было-то? Давайте вспомним, получается, Шансита была... Что у нас там было? Белый чай, Элизабет Арден тоже очень классный. Лабель де Руси обалденный. Шампунистый Red Wood Disquiet, Пюрманск Нарцисса Родригес и Purple Molecule. Обалденные ароматы, мне вообще все понравились, все зашли. Вот, очень классный. Также, блин, Кира, спасибо тебе огромное еще раз за подарки, за чай. Я обязательно сейчас его себе заварю. Кто-то будет сегодня пить чай. Это что такое? А, это тень была. Вот. Блин, спасите огромное вообще, обалденные ароматы, очень классно, у тебя просто суперский вкус, я тебе просто от чистой души, от чистого сердца говорю, у тебя вообще классный вкус, потому что парфюмки все обалденные, это только первая часть, я вообще боюсь представить, что там будет дальше, еще три части будет, получается, вот, и еще раз огромное тебе спасибо за подарки, за масочки, вот. Не буду прерывать, скажу сразу. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Комментарии мне очень душу греют, девочки. Вообще, также приходите на мой телеграм-канал. Давайте. Переходите на мой телеграм-канал, подписывайтесь. Что у меня сегодня с языком? Я прошу прощения. Вот. Еще раз надеюсь, вам понравилось это видео. И жду вас снова на своем канале.